Меры по дальнейшему развитию железнодорожной отрасли рассмотрены на селекторном заседании правительства под председателем премьер-министра Алихана Смаилова. После заседания аким области Нурлыбек Налибаев провел совещание по данному вопросу. В области 8 железнодорожных вокзалов и 2 пункта обслуживания. Большинство из них в плачевном состоянии. В настоящее время проводится капитальный ремонт зданий городского железнодорожного вокзала и благоустройство прилегающих территорий. Общая стоимость работ – 577 миллионов тенге. Из них 332 миллиона выделила Казахстан Теміржолы и 255 миллионов – местные предприниматели. Ремонт должен завершиться к концу ноября. Глава региона поручил руководителю областного отделения КТЖ и акимам районов привести в порядок свои железнодорожные вокзалы. Их внешнее и внутреннее состояние не выдерживает никакой критики. Есть нарекания и на качество обслуживания. Ибрагим Аскарулы, если честно, состояние железнодорожных вокзалов районов не выдерживает критики. Нет времени ждать, когда КТЖ даст деньги. Что-то можно, не дожидаясь этих средств, сделать самим. Побелить, покрасить. За это в первую очередь вы несете ответственность. После вас акимы районов. Все эти работы нужно выполнить до 1 декабря. Аким области также указал на недостатки в сфере предоставления населению госуслуг. Из 419 нарушений 105 зарегистрированы в Жанакурганском районе, 74 в Шилийском, 64 в Сырдарьинском, 46 в Аральском районах.